Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб. Мы играем опять-таки в игру под названием Бакшут Рулет. Даже автор сам этой игры, Майк Клубника, говорит, что это как бы отсылка к русской рулетке, в игре очень жесткая. И мне сказали, что это не с двустволкой мы в этой игре играем, а с каким-то ружьем помповым. То есть там, где двустволка, это, короче, два патрона вылетают, да? А ружье, там, где один патрон их перезарядки вылетает. Короче, моментики, нюансики такие есть, у нас присутствуют, ошибся я, но век живи, век учись, как говорится. Значит, нажимаем старт. И в прошлый раз мы просто по умолчанию заходили на уровень. Сходили на уровень и, короче, исследовали игру. Там уже подсказки мне понаписывали всякие хорошие ребята, которые помогали мне разбираться. Хотя и там я и сам разобрался со всем, в принципе. Значит, мы просто заходили. Теперь пробуем другой режим, типа используем... Что это такое? Но не рекомендуется для первого... этого использования в игре. Но я эти таблетосики, я так понял, 1 миллиграмм. Не знаю, что за таблетосики, но я их сейчас возьму. Оп, чикс, употребил, допустим, и чего? Что теперь? Что поменялось? Что это мне дало? Что это изменило в игре? Ясно, ну ладно, идем пока. С ноги, на! Мужика нету, подожди. Раньше мужик стоял, его уже куда-то дели. Куда дели мужика? Верните мужика. Вниз, ничего никуда не могу, только сюда в дверь. Ну идем шпилить в эту рулетку, я так понял. Пум. Так, здорово. Пожалуйста. Что там, подпиши что-то. Бумагу. Чик, юзернейм. Ну давайте. А, напишем, не ломов, тут не хватит символов. Ми-ссс. О, Миша, тапите Миша, пускай будет. Где Enter? А как Enter нажать? А, Enter. Просто Миша. Здорово. Одна жизнь. А в чем разница с этими таблетками без таблеток? Что-то я не совсем понял. Вот, достаем наручники. Помним. Типа пропустить ход заставляет его. Что еще? Нож. Двойной урон. Помним. Это подсмотреть, что за патрончик, помним. В принципе, можно уже его фигачить. Так, патроны. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Холостых было, по-моему, больше. Щел. Подожди, он сбросил патрон. Не показали какой. А что это у него за коробки? Стоп. Коробки, не знаю. Что за коробки? Это дает жизни, по-моему. Мы можем его посмотреть. Посмотрим. Только очень странно, что... Ну, по-моему, красный. Так, значит, можем резать. Дай двойной урон. И ему, короче, зафигачить в дилера. На. Подожди! Да красное было! Или я дальтоник? А, может, из-за таблеток? Не видно цвета. О, красное. Вытянул. Блин. Ну, мне как бы фартит. Так, два. Он себя, короче, фигачит. Одну выплюнул, один раз в себя попал. Скорее всего, там холостая. В себя стреляю, холостой, надеюсь. Блин. Жесть. Вот теперь реально там холостые. Теперь, типа, будь осторожен. Супер осторожен. Вот, блин. Что делаем? А он что-то хавает. А, папирос. Папирос, по-моему, хп дает. Я уже забыл. А пивандал. Там же уже все, там же, по-моему, все холостое осталось. Или нет? А у меня сейчас застрелит. Нет, не застрелил. Там одни холостячки остались. Ладно, я его прикую. Прикую. По-моему, там одни холостячки. Ну, а может быть нет? Может, я что-то обсчитался? Может, там было не три? О, на! Попал. Только не двойным уроном. Но он сейчас опять пивандополу себя хлебнет. По идее, там холостячки пооставались одни. Могу в себя... Могу, по идее, в себя. Там холостая, так чувствую. Хотя могу... О, я говорю, холостые. Чикс. Опа. О, так, бонусики. Так, хп пополнить можем. Еще хп пополнить можем. И двойной урон сделать. Блин. Два патрича.
Он сейчас меня стрельнет. А, подожди, он пропустил дабл дэмэдж. Я могу пивнуть пивдополы. Пивдрича бахну. Красную. Сбросил. Подожди. Значит, там холостяцкая. Если так, то там холостяцкая. Все логично. По логике действуем. Сейчас снова должны быть. Так, помощь, помощь. Снова. Приковать можем его. И все. Один предмет всего лишь. Опа, три таких, три таких. Вот это уже, конечно, жесть. Щелк, 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 щелк. Ну и не показывает, что он сбросил, блин. Я могу рискнуть сейчас. А, значит, приковать его на всякий пожарный. На один ход, да? Вне зависимости, ну, независимо, что там произойдет у меня. И сейчас, короче, тупо по нему... А зачем я это сделал? Вот, блин. Ладно, пофиг, стреляем. Это глупость, потому что у него и так одно хп. Блин! Было бы два хп, было бы логичнее. Я втупил, пацаны. Я затупил жестко, причем. Ствол нарисовали. Вот, блин, а он в наручниках. Окей, я могу еще раз в него шутнуть. Надеюсь, надеюсь на то, что я сейчас его завалю, да и все. Есть, все, концовочка. Дилер, отдыхай. Только в чем прикол, что я выпил эту таблетку? Я что-то не понял. Миша Винс, yes. Второй уровень, переходим. Я не понял, в чем прикол того, что мы перешли, мы перешли. Что-то я вообще не осознал этого момента. Ладно, берем прикольдесы. Раз, два. Хорошие вещи. Можно подсмотреть, можно приковать. 4 хп, вау. Раз, два, три, раз, два, три, четыре. 4 на 4, понял. 4 патрона. Ну, посмотрите, есть ли смысл. Наверное, поэкономничаю. Попробую просто в него стрельнуть пока что. Вот так вот. Повезло тебе, чувак, повезло. Холостой был. Блин, приковал меня, гаденыш. Посмотрел. Очень интересно. Очень интересно. Нет! Меня восстановили. Минус хпшку одну. Забрали, гады, забрали, забрали. Красненький один ушел. Один холостой ушел также. Он пропадает. Считать. О, два, два. Два, не, два ушло. Два ушло красных. Меня сняли. Значит, у него два ушло. Можно рискнуть и попробовать в себя. Я думаю, что сейчас маловероятно, что сейчас там патрончик будет. О, я был прав. Та холостой я скинул. Я снова имею право ходить. Ну, давайте давайте просто по нему гасанем. А ну. Я счастливчик. Тупо фартит мне. Так, итого все, там по идее... А, еще один, подожди, если это три, то там еще один. О, мы друг другу дали. Все, там холостые одни пооставались. По идее, все, я все четвертый... Вот, я четвертый был. По идее, там одни холостые остались. Правильно? Только я что-то сбился со счета, сколько мы холостых выплюнули. Еще, опять сейчас в себя стреляю. Я себе вообще... Не жалею, но все, одни холостые. Вот, все, четвертый, походу, холостой. Да, все правильно. Подсчет нужно вести красных. Главное красные подсчет вести. Так, ножичек, отлично. А, наручники, отлично. Еще одна лупа, отлично. Еще одни наручники, четко. Так. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Понял, 4 холостых и 3 таких, понял. Зарядили. У него есть очень пивандополы много. Значит, в принципе, мы можем сейчас сделать хитро. У него 2 хп. Подсмотреть стеклышком. Что там? Блин, вообще не понимаю. Синяя, по-моему, была. Или красная. Я не понимаю. Вот, блин. Цвета не различаю вообще. Или что-то со мной... Или я слепой. Блин. И нигде никакой отметки нету. Ладно, попробую дилеров. Херану. Ну, это был холостой, да. А я и не рассмотрел его толком. Блин. Так, там 3 на 3 осталось. Он хп себе восполняет. Вот гад. Красный выплюнул.
подсматривает. Значит, там один красный выплюнул. Один красный разрядил. Боже, сколько хп я себе... Подожди. Я чуть запутался. Еще все. Хорош. А там больше нету красных. Там было всего их три. Там больше, там все холостые остались. Там все холостое осталось. Там все, все красные все ушли. О. И сколько мне сейчас дадут? Три предмета. Так, лупа. Нож. Хоть бы одну какую-то водичку мне дали. Out of space. You unfortunate. Блин. ХПшку не хватило. Да, короче. Опа. Один красный. Блин. По-моему, там был красный. Или... Красный. 100%. Теперь я вижу. Теперь я вижу, что красный. У него одно ХП. Можно просто в тупую в дилера пульнуть. Да и все. И конец. Все. Конец этого раунда. Еще одного очередного. Он мертвый. Третий уровень. Вообще пока что на изичах прохожу. Так в чем суть таблеток этих? Не понимаю пока что. Я бахнул вначале таблетку. И что? Пустое табло. Что это такое? Вытягиваю. Водичка. ХП получается. Наручники. Отлично. Еще наручники. Ножичек. Четыре предмета дали. Так. Гиллер Миша. Окей. Ага, два холостых, один такой, понял? Зарядка пошла, не могу ничего подсмотреть. Могу попытаться ему ход запретить, пропустить, дать ему попить ход. И, значит, стрельнуть в дилера. А ну-ка. Есть! Два холостых осталось. Два холостяцких осталось, он просто... Два холостых, я могу в себя сейчас в холостые все всадить. И у меня будет много... Я так понял, чем больше ты холостых в себя всаживаешь, чем больше потом тебе предметы дают возможность использовать. Наверное. Но у меня и так как бы все в порядке с предметами, не знаю. А у меня, получается, их еще больше будет. Да? Или нет? Или я что-то недопонимаю в игре? Так, нож, наручники, водичка. Нет, не дали. Больше чем. Так, раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Три, по-моему, три красных было. Или 4. Блин, я запутался, к сожалению. Пофиг. Я рискую, мне ножи будем использовать. Я рискую. Вот. Двойным уроном сейчас, может быть, сразу и закончим игру. А ну-ка. Двойной урон. Повезло салаге. У него столько водички есть. Он отрастил. Смотри, раз, два. Он столько хп сейчас может себя восстановить. Боже, боже, боже. Холостой. Два холостых ушло. Два холостых, то есть много красных. Еще воду себе. О, блин, сколько он же воды бьет. Еще холостые. Подожди, все, четыре холостых уже. Три. Красный один. Нам два красных осталось, получается. Еще красный, подожди. Боже, там вообще, походу, красных не осталось. Нет, был красный. Был красный. Одно хпшка. А мы его не раздамажим, получается. Да, там красных больше не осталось. Подождите-ка. Или чего? Там просто нет... Есть? А откуда он взялся красный? Я могу минералочки хлебнуть. Подождите, я чуть запутался. Новый раунд. Три предмета. Нож. Нож. О, сигаретики. ХП. Понял. Блин, out of space. Вечно мне места что-то начинает не хватать. Вечно прям. Так. Блин, и просмотрелся, что там по патронам было. Так, 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 нету, нету, нету. Пофиг, берем тогда вот эту штуку. Вот эту штучку. Сигареты. Типа ХПшку восстанавливаем. Такое, знаете, такое, типа, сигареты как бы вредят здоровью, да? А они как бы сделали так, будто бы тебе ХП наоборот восстанавливает. Такая, казус такой, каламбур, каламбур такой. Игровой. Блин, а зачем опять-таки нож я использовал? Для чего? В чем была идея использования ножа, если у него одно ХП? Супер странно, правда?
На. Все. Гейм овер, чувак. Миша тебя вздрючил. Дилер. Или нет? Double or nothing. Ну, yes, походу. Не понял, а в чем прикол сейчас от Double or Nothing было? Что-то я запутался. Что я понажимал? Не надо было нажимать? Дилер, Миша. Double. А. Так, у меня... А там лупа есть. Подожди. Так я же могу сейчас подсмотреть. А там один патрон всего лишь. Красный. Я сейчас возьму и ножичком подрежу все это. Но я просто потом больше не смогу в него стрельнуть. В дилера так стрельнуть могу. Это типа на затравочку, на следующие ходы. А потом могу в себя типа стрельнуть. Там же ж нету патрона больше. Там два патрона всего было. Если следовать логике, то все. Я могу в себя чисто стрельнуть и пофиг. Или он в себя стрельнуть может, если он не дурачок. Там нету патрона. Там холостяцкие. Холостяцкие. Вот, все. Следующий раунд. Так, 4 слота у нас свободных. Ножичек, ножичек. Подсмотрите, лупа. Отлично. Одна хипичка. Значит, два таких патрона. Угу, запомнили. Можем подсмотреть. И, может быть, даже закончим игру. А ну-ка. Если красненький. О, все, мы заканчиваем этот раунд. Есть ли смысл? Да нет. Я думал пропустить и поход. Минералочку купить. Просто валим его, да и все. Double or nothing я выбрал. Поняли, да, какая у нас развязочка пошла? Развязочка. Еще винс. Так, два. Второй этап. Чикс. Все позабирали прям, гады. Все позабирали. Все мои запасы. Так долго их копил. Сигареты кидали. Так. 4 хп. Ага. Один холостой. Два холостых и один настоящий. Один боевой, так скажем. А, в принципе, двойной урон есть? Есть. А, давайте подсмотрим. Красный. Можем резать ствол, значит. Режем ствол. И, в принципе, можем валить гада. Хотя у него есть там... Что у него есть? Сигареты есть. Такая вот штуковина. А я забыл. Там один такой патрон был. Я что-то... Или два холостых и один красный. А, один красный был. Два холостых, по-моему, было. То есть можно в себя стрелять смело. Ничего не произойдет. Так, а чё, если там... О, холостой, и там еще один холостой. Куда ты хочешь патрон деть? В себя. Ну да, понятно. Там все холостой осталось. Логично. Так. Ножичек. Сюда его. Так, жалко лупы нету. Вот, блин. Ой-ой-ой. Три холостых, два боевых. Два боевых, три холостых. Так, а что делать-то? Давайте выпьем. Соды. Чикс. Красный скинул. Просто скинул в сторонку красный. Значит, там один красный всего остался. Ну, я в себя стрельну. Пофиг, рискнем. Рисковый я пацанчик. Так. А пофиг, я пойду опять на риск. Слишком много холостых уже вышло. На, держи. Двойным. Блин. Холостые. Два боевых было. О, приковал меня. Он сейчас может подсмотреть. Он, блин. Я же все узнает. Очень-очень интересненько. Очень-очень. С ножом. Хоча. Походу он сейчас меня сильнее... У меня есть, в принципе, сигареты. Ну, понятное дело, что он там, скорее всего, правильно рассмотрел. Это не то, что я дальтоник. Так. Красный один ушел. Вопрос, где еще один красный? Там или не там? В себя? А, ну это хорошо. Это, в принципе, хорошо. А, все, пройденный этап. Все патроны раскинуты. Наручники. Два хода выпить. Так, один боевой, два холостых. Блин.
Так, один боевой, два... А я его сейчас в наручники. Что в любом случае он в следующем ходу... На следующем... В дилера, давай. Блин, везунчик. Капец везунчик какой. Да-да-да, наручники. А не могу еще раз? Неужели два холостых сейчас в него выпущу? Нет. А все, один холостой остался. Я хп не потеряю. Только если он сейчас получит нож, он меня стрельнет. Блин, и он сейчас меня убьет. Если он нож сейчас... Мне надо срочно пополнить себе хпшку. Вот сейчас по-любому надо сигареты, короче, использовать. Потому что тут дело пахнет керосином. Так, два ножа дали мне. Жалко, лупы нет. Ой-ой-ой, четыре холостых и три боевых. Ой-ой-ой, серьезно, серьезно. Так, по-любому сигаретлики употребляем. Наручники, лупа есть. Так, ну будем рисковать. А хотя стоп. А нельзя? Нельзя переключиться? Типа escape назад? Блин, хотел наручниками приковать, ладно. Повезло. 3 на 3 осталось. 3 холостых, 3 боевых. Так, решил подсмотреть. Ах, хитрун. Решил подсмотреть, жулик. Так, приковал меня. Так. Так, было 3 на 3, 2 на 3, 2 холостых осталось. Один холостой остался, 3 боевых. Один холостой, 3 боевых. Теперь получается 2 боевых, 1 холостой. Блин, а ну там одни боевые, по идее, остались. Ну, одни боевые. Он как что, считать не умеет? Походу не считает вообще. Я даже как бы со своей памятью, такой тухленькой, я даже подсчитываю. Можно было наручники, ладно. Мне кажется, я его сейчас добью. Но я так приблизительно считаю, более-менее так вспомню такие циферки туда-сюда и все нормально. Фух, минус дилер, Миша Винц. То-то же. Третий этап, так. Я не понял, а что там я выбрал? Дабл. Что это означало? Дабл, шмабл. Что это мне дало? Я не понял. Пока что ничем игра не отличается от прошлой игры. С таблетками, без таблеток. Так. Два боевых, два холостых. Понял, есть эти самые. Есть наручники, можно подсмотреть. Давайте его в наручники закуем. Чисто на риск пойти. Если сейчас я, допустим, в него попадаю. Есть, отлично. И сейчас, короче, если я опять-таки... Два боевых, два холостых было, правильно? Я уже забыл. Сейчас, допустим, подсматриваю. И там сейчас красненькая. Я сейчас его с ним заканчиваю, все эти разговоры. Просто беру, режу ствол. И снова-таки в него вкидываю два патрончика. На, держи. Голову ему чисто. Хедшот. Все, конец. Очки. Накрутили мне очков столько. Сейчас мне снова yes or no. Типа double or nothing. Nothing? Допустим, сейчас nothing. Почему? Я два круга прошел. Лазища, конечно, у тебя. Так, это те деньги, которые я выиграл? Типа все? Можно было просто на больше очки, на больше очков пойти. Надо как-то... А, за щелки. Мари. То есть, получается, ничем отличается особо режим с таблетками, кроме как ты можешь больше очков набивать, что ли. И все. И в этом весь прикол. А еще я думал, что там что-то такое сверхъестественное в этом режиме, там что-то такое. Congratulations, Миша! Мишу поздравляю! Типа, сколько я баксов могу? Типа, ты можешь пойти на еще один круг, я так понял, да? Object, doors, doors, kicket, to, cigarette, smoke, сколько я чего там выпил? Beer, drank, any, key to continue. Ну все, бабки все мои, короче, видите, я все себе забрал. Нажимаю any key, о, нажал. И походу с игры выбрасывает, да. Я не знаю, есть ли смысл такое видео загружать. Нравится вам, не нравится. Типа, мне просили еще поиграть. Но как бы второй режим меня ничем не удивил. Вот в чем прикол. Я думал, там что-то будет более интересно. Но игра такая довольно-таки примитивная, если так разобраться.
Наверное, загружу, посмотрим, как вы отреагируете. Пускай вам будет, пускай вы насладитесь, может быть, этим видеороликом. Все, увидимся в следующем видеоролике. С вами был Нила Моб. Всем пока-пока.